Юлия Стародворова работает ведущим специалистом отдела приема заявителей. Именно к ней и ее коллегам приходят люди, чтобы подать документы на получение той или иной услуги. По сути, именно по ним, по их отношению к заявителю, складывается первое впечатление о многофункциональном центре. Юля признается, отправляясь на конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ», о победе не особо задумывалась, но чувствовала себя довольно уверенно. Такое, мне кажется, никто не может ожидать, что он что-то где-то займет. Прекрасная атмосфера, все делились своим опытом. Участников было в районе 20 человек. Мы проходим тесты ежемесячно, поэтому ожидать чего-то нового было бы глупо. 25-летняя Юлия Стародворова работает в МФЦ чуть больше 3 лет. И за этот относительно небольшой срок она добилась многого. Но, наверное, главное ее достижение – любовь и уважение коллег. Умна, добра, и в ней есть самые те качества, которые присущи настоящему человеку. У нее есть душа, и очень красивая. Юля – это одна из тех специалистов, которая работает очень быстро и четко. Она успевает принять более 60-70 дел в день. Но это очень много, потому что норма у нас 35 заявлений в день на одного специалиста. Победа Юлии на конкурсе не случайна. За 7 лет, которые существует МФЦ, и его коллектив, и отдельные работники не раз отмечались различными наградами. Выстроена специальная система обучения сотрудников. Вот, но если говорить конкретно вот о Юле, наверное, стоит сказать то, что она стала не только частью этой системы, она начала возглавлять эту систему, то есть перешла на более высокий уровень и сама проводит занятия, проводит тренинги со специалистами. В ходе конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», который проходил в Красногорске, Юлии Стародворовой было необходимо пройти несколько испытаний. Первичный просто тест, психологический тест, затем тест в нашей программе, где нас тестируют ежемесячно, а потом собеседование с комиссией, которая принимала решение. Не волновалась. Если ты знаешь свою работу, ты сделаешь все как надо. Звучит вроде бы просто, но только специалисты понимают, сколько знаний и умений скрывается за этой простотой. Мы принимаем больше 300 услуг. В каждой услуге у нас есть соглашение, есть административный регламент, есть законы и подзаконные акты, которые опираются на данные услуги. Специалисты МФЦ Московской области, они настолько все универсальные и уникальные сотрудники, потому что нам приходится знать все. Вскоре Юлия будет представлять Московскую область уже на всероссийском конкурсе, но это в будущем. А пока она вместе с коллегами изо дня в день продолжает делать свою столь нужную людям работу. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.